Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики! Продолжаю свою обширную серию, в которую будут включены все методы лечения и помощи при шейном остеохондрозе. Это остеохондроз, отложение солей, просто боли и так далее. Данный плейлист будет включать как просто народные рецепты, так и различные упражнения и другие нетрадиционные методы. Только у меня на канале будут собраны и уже собраны практически все подобные рецепты для помощи больным с проблемами шеи. Под видео вы найдете одноименные плейлисты для решения этой проблемы. Но рецептик на сегодня такой. Мы будем использовать волшебные свойства перекиси водорода. Покупаем 3% перекись водорода в аптеке и очень просто делаем компрессы. Этот компресс можно делать практически 3 раза в день с равными промежутками времени. Например, утром, в обед и ближе к вечеру. Берем что-то натуральное. Можно взять куски ваты, можно взять натуральную ткань. Идеально подойдет льняная ткань. Просто смачиваем без разбавления раствором 3% перекиси водорода. И размещаем на месте, где у вас проблемы. Далее необходимо хорошо все укутать и создать микроклимат. Для этого используем компрессную бумагу, полиэтилен и другие материалы. После этого еще сильнее утепляем, например, махровыми полотенцами и чем-то подобным. Все, такую процедуру начинаем с 5 минут. После самой процедуры просто все снимаем, а ничего вытирать не нужно. Далее, через 5 дней 10 минут, еще через 5 дней 15 минут. Работаем так или до появления результатов, или 21 день. Работаем постоянно и с другими рецептами. Вот и все. Будьте здоровы!